Овны, привет-привет! Это расклад для вас на неделю с 1 по 7 апреля. Будем смотреть с вами на картах Таро три подсказочки. Также мы посмотрим на маг-картах семья ваши взаимоотношения. И на оракуле Ленорман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что же вас ждет на неделе с 1 по 7 апреля. Это у нас тройка пентаклей. Тройка пентаклей говорит о том, что вы получите хорошую оценку своей деятельности, вас оценят как профессионала. И неважно, работаете вы или занимаетесь домашними хозяйствами, в любом случае вы можете получить комплименты или похвалу, да, со стороны тех людей, для кого вы что-то делаете. Смотрим еще одну. Маг. И после этого вы почувствуете в себе силы творить, что-то делать, решиться на что-то новое в своей жизни, потому что вы поймете, что все ключи в ваших руках, от ваших желаний. И только от вас зависит, насколько качественно вы живете и насколько вы хотите создавать свою реальность своими руками. Поэтому будьте профессиональны, делайте все качественно на этой неделе, и перед вами будут открываться колоссальные перспективы, когда внутренний стержень уверенности в том, что я могу, я достоин, будет расти и сподвигать вас на какие-то новые свершения, новые дела. Смотрим еще одну карту. Жезлов. Четверка жезлов символизирует праздник, удовольствие. Может быть, вы отправитесь на какой-то день рождения или просто будете что-то отмечать в кругу друзей или своих близких. Эта карта может символизировать свадьбу, а также, если мы рассматриваем все три позиции вместе, то на этой неделе вас ждет успех в ваших делах, в том, в чем вы хороши. И именно из-за того, что у вас появится чувство победы, удовлетворенности, кому-то придут какие-то деньги за оплату ваших услуг или товаров, и это будет поводом для того, чтобы гордиться собой. И, конечно же, ваше окружение с удовольствием разделит вашу победу и порадуется вместе с вами. Смотрим, что ждет вас во взаимоотношениях на этой неделе. Спокойствие, тишина, удовольствие – это когда мы, наши сердца бьются в унисон, когда мы чувствуем в окружении наших близких себя расслабленно, когда мы можем доверить им свои тайны, выглядеть так, как мы, каким мы есть на самом деле, не притворяться, ничего не придумывать, да, не выходить, так скажем, из своей шкуры и не проецировать какие-то новые сценарии своего поведения. Поэтому во взаимоотношениях и с вашими близкими, и со вторыми половинками, если они есть, и, конечно же, с вашими друзьями и коллегами, вы на этой неделе можете расслабиться и получить заветный такой импульс понимания, что вы можете быть собой со всеми этими категориями, и самое главное, что вы получите от этого истинное удовольствие. Смотрим, что вам скажет Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Звезда – это на исполнение желаний. Как раз-таки вы можете действительно дотянуться до какой-то своей звезды, до исполнения какого-то мечтания и почувствовать то, что вы теперь можете все, что теперь ваши желания стали исполняться намного легче. И главное, что вам есть что отметить. А также звезда может указывать как раз-таки на профессионализм, на ваш рутинный труд, то, чем вы привыкли заниматься в обыденной жизни. Это может быть как работа, так и обычные домашние дела, решение вопросов, в которых вы также будете иметь большой успех и продвижение. Звезда еще может говорить о том, что вы четко будете понимать на этой неделе путь к исполнению своей самой заветной, самой далекой мечты. И вы будете понимать, что от победы к победе вы приближаетесь. Вот это вот первая победа на этой неделе к вашей далекой мечте, к вашей реализации ваших амбиций покажет вам, что вы на верном пути,
Что ж, дорогие мои, больше радуйтесь, больше самореализуйтесь. Помните, что ваша жизнь в ваших руках. А мы с вами увидимся на следующей неделе.